Солнечное кружево лета. В художественном центре Ангарска открылась выставка прикладного искусства. Это сборная экспозиция, в которой приняли участие более 20 местных авторов. Каждый из них показал свое видение самого долгожданного и теплого времени года. Все подробности в следующем сюжете. Поздравляем вас. Спасибо вам. Вот так в торжественной обстановке поздравляют и благодарят авторов в художественном центре за участие в коллективной выставке. Александр Рыжов почти полвека увлечен деревянным ремеслом. С помощью ручного лобзика из фанеры березы он может создать эксклюзивную шкатулку, ажурную рамочку для фото и подставку для зеркала. Изделия ручной работы особенно теплые и дорогие сердцу. Ну, я в Москву заказывал. Вот мне прислали журнальчик такой небольшой. Там много шкатулок. Вот одна из них. Это «Фея в ночи» называется. Ну, с мелких деталей выпиливается, шлифуется, лакируется. «Солнечное кружево лета» – это коллективная экспозиция. В ней принимают участие 24 автора, а техники представленных сувениров – 17. Сказать, сколько самих экспонатов специалисты художественного центра не решаются. Главное – это уникальные творческие особенности ангарчан. Чем отличаются наши мастера от всех? Они в какую-то уже известную технику стараются внести что-то свое, новое, дополнить. То есть эта техника, она уже расширяется, и она не может быть, это быть просто грунтованный текстиль. А он еще вместе с этим, он получается какой-то вот сплетениями, скраплениями. Авторские украшения, интерьерные куклы, яркие панно или просто забавные сувениры. Все это – видение ангарских художников и мастеров прикладного искусства. Именно так они представляют себе солнечные дни прекрасного лета. Такой подарок будет долго напоминать о долгожданном отпуске. Оценить творчество специалистов ангарчане и гости города смогут до конца июля. Наталья Хмелева, Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.